Надо было Валерию встать, этот, как его, переградить дорогу просто, и все. Не надо было мне еще заезжать там сюда. Ну ладно, просто поехали. Так, там Андрюх, пути хоть говори, куда поворачивать. А если Леха не так быстро? Админ пошел. Старшие есть? Нет, вроде все потихоньку уезжают. Вот, походу, нами поехал, что ли? Карамастер? Ага. Спрашивал вас, куда едет. Фига, тут это... Еще один админ. Их два. Еще немного. Кольце направо. Там Валера сейчас говорит, если что, он совсем один. Плохо будет. Нормально будет. Ну это сейчас-то пока да, сейчас-то еще из города выйдем, вот не сильно стремит, друг за другом мы идем, как их на трассе выйдем. Я не буду мигалку включать, чтобы не светить. Глаза вижу. Вот туда бахан. С рук, да? На развязке налево. Пока совпадает. Ну да. Где кто? Кого-то нашел там. Мика какой-то был, наверное. G27. Вот я только понял, GTEC G27, все, дальше я не понимаю. По-своему надо быть настоящим. На 27-м гоне. Неплохо. Разгоняюсь до 80, догоняйте. Блин, вот этот швед, он на руле же. Ему вообще в кайф ехать, чё, он крутит рулем и печатать одновременно может. Читер, а? Пусть обгонит. Андрюх там этот швед обгоняет. Турбо. С ним. И еще один какой-то там обгоняет. Тоже еще один швед. Все собрались. Без понятия там. Пусть швед обгонит, вдруг не разгоняйся пока. Так я так пусть. Сколько там? 90, да? Да. Я набираю 90. Прыгну в эту горочку. Блин, им не проще вот зайти в скайп и разговаривать в скайпе, а не писать сюда без конца. Это знаешь, это надо лучше посоветовать туркам, которые как устроят срач, соберутся их больше двух, все, и начинается. Тарамас обгоняет. Принят. Ну,
ну чё ты? Чё, ну овощенок не хватает, это значит? Дороги не хватает, да. Ширина его близких. Он же стагила, думает, рубит. Он не с Йобурга? Свердловская область. Понятно. Танки собирают. Урал-Вагон завод. Знаю я тагильских. Какие же. Быки. Были быки вообще. Позлаю. По теме идет. Так. Сильно сюда ходить там. Аккуратно. Держите дистанцию. Кул найдет, голова все силен. Влетел в отбойник. Привет. Это кто у нас? Карамаз, Карабас или где-то? Карабас, Карабас. Карамаз. Да, дороги мне явно не хватает. Мне приехал. Правее возьми. Обладает. Вообще. Ладно, да, ебалом то мне не надо перестраиваться. То мне они так с карт с бревнами перестроился и лаганул тут же. Замяли, останавливайтесь резко, когда. Чёрт, блядь, Карамаз. Ебать его глюкнуло. И сдох, нахуй. 27%. Красавец. Лёху, походу, что, Мишка нормально долбанул тоже? Я тебе не долбанул вообще. Так, ребята, кто живой, в порядке, за кому не надо в город за развязкой выстраивать в этом же порядке. Я отремонтируюсь, как раз тут рядом. Не, я видел, как ты прицеп кидал, но я не врезался. Или показал, как... Нет. Короче, кто живой... На этом оставайтесь. Карамаз. Я поеду тоже, Андрюх, починюсь. Лагающий, беги. Вообще пиздец, вот он... Я же сказал, вот я как чувствовал, что вот он перестроится и лаганет обязательно. Я не знаю, что ты ехал бы влево. Я куда знал, что он поедет направо. Так, кто там будет? А. Кому надо отремонтироваться и взять это. Ну, видимо, нам троим только на то, что мне досталось достаточно, так тоже. Хватит, народ, еще всякие чайники, которые выезжать не умеют. С тракторами. Там голубые с тракторами чайники. Стоять боятся. Да он запарковаться не может никак нормально, мудак немецкий. А щебенка красиво выглядит. Так. Я это важно не снимать, да? Так, немцы выезжают. Они там этот аккуратнее, там немцы выезжают. Возможно, на ту сторону сюда это, где мы стоим, наши немцы. Так, чё, едем? Выезжай. Сейчас выйдет Бамби какой-то тут. Вот это ладно, нас здесь мало. А если бы это был какой-то здоровый конвой, нахуй, мы вообще собрались бы. Вообще пиздец долго. Ну, после дороги
тут проскорёжил вообще жесть, он же под землю. Я его жестко заехал. Вообще, мне сзади, кто там, я в него влетел, Лёха в меня влетел, по-моему, и колонна влетел в меня, по-моему. Короче, пиздец полный. Я бы таких сюда наказывал бы сразу. Ну он админки-то это. Были все сами. Так. Что они писали? Ну типа хеллоу. Писать этот блок. Подождите, не едьте, сейчас еще Андрюха подъедет. Обгонится. Обгонится. Все, трогаемся, ребята. Да мне а еще вот эти же Нижегородцы где? Вот, вот они, здесь впереди. Я уже всех обогнал. Давай, тут подгони, погнали. Шестьдесят пока иду. Соберемся, начнем разгоняться. Если это чучело, оно появится сзади. Постарайтесь его ебать. Не, ну это, конечно, вообще... Ник чучело. Не, как этот, как... Карамас. А, понял. Карамас. А развязки направо. На съезд. Направо. На съезд. Нихуя! По встрече. Ой. Да, блин. Это кто, немец? Или это мистер Шут? Мистер Шут. Гандон. Сука. Я успел. Не, я ему это сейчас надаю. Я наспел нажать. А у меня картинка-то успела отпуститься. Тебе смешно, но ты его топтал, да? Че, Лёх, с ними укоцался опять? Андрюх, что ты делаешь? Поехали. Я репорт кидал. Я тоже кидал. И у меня какая-то 6%. Фига себе. Вот это поворот. Было бы 56. У меня 14. Порой бывает лоба-лука мало коцается, чем когда езжаешь кому-нибудь в пару лаков. Да, красава. Ты еще эту снес. Штучку. Я думаю, что не так, а он встречи едет. Тогда. А я в этот момент назад смотрел, мышкой поворачивал. Поворачиваюсь, только вот пролетает. Ничего, я себе думаю. Что-то не то. Андрей, три знака на том счету. Три уже? Да. Да, не с Андреем, а тут другой Андрей, который впереди тоже все знаки. Мы Россия тоже, но у меня тоже три знака. Не-не-не, я иногда вообще нормально езжу. Я сам не люблю сбивать. Бывает. Но в данный момент почему-то я это делаю. Там поворот неудобный, если честно. Так. Че, все собрались? Так, кого-то не хватает, Валеры не хватает. Где Валера? Да мне тут проехать не дает один 80-ник. Сейчас догоню. Давай, сука, мы... блядь. Он еще лагает. Валера ругнулся. Первый раз. Нет, там было за ним еще один разок. Да, нет, как он там что-то ругнулся. Ну, так, есть моменты, когда... Лучше выразиться русским лексиконом. Так, чё? Где-то Валер... Обгон. Еще обгон. Двойной. Андрюхо, разгоняй всё! Сейчас все соберутся. Да все собрались, Валера уже в 300 метрах. Сейчас пусть обгонят. Они уже обгоняют. Это вот этот Дреза. Ну пошел нахуй.
Вроде больше ничего нету. Ничего нет. Так. Давай, разбор. Давай. Идти. Достиг 90. Миша, аккуратно, я там глохну порой. Ого. У тебя сколько процентов? 15. Ну, слава богу, там хоть с первого раза она заводится. Одну раду. Ну да. Ну, в конвое тут ездили, 27% было. Андрей, зайти с собой. Малибус обгоняющий. Да. Обгоняем. Так, надо 90 и круиз контроль. А там кого обгоняют, это учитывались, я не знаю, где он. Ну вот, щебенка доехал. Долка. Сейчас бочки обдержаю. Там кто-нибудь не понял. Резервуар. Резервуары надо. Он с углем, что ли? Тоже чемпион, по-моему, была. Не, уголь. Больно большие эти куски эти. Черные. Черные щебенки, которые ты пить можешь. Вот ты лагаешь, вот если ты, сука, перестроишься передо мной, я тебя, блядь, выебу нахуй. Еще один обгоняет, Миша. Он меня обгоняет. Двое меня обгоняют. Они французы. Куда ты, блядь, нахуй? Опа, завис. Чувак на встречке завис, блядь. Ничего, Валера, все отстал конкретно, да? У меня тут издание киблоид подрезал. Сейчас ждем. Так. Что, ждем Валеру? Да, ждем. Так. Скоро избавляем. Этот, фу, блин, Леха у нас ушел. Так, что там за ехал? Антон за ним. Угу. Андрей, сзади тебя, Лео. Что говоришь? Передо мной сзади тебя, Лео. Между нами. Нахрен меня обгонял. Джолка это что ли? Ёлка или? Сам ей. Джойка. Джойка. Джойка, блин. Тёлка. Ага. Андрюх, сколько ты едешь? 50. 50. Десят, короче, едем. Блин, что тут? Джойка это дойка, подлагивает еще тут, едет. Джойка. Долбанул? Ты завис. Я еле успел остановить. Ну что ты завис? Еще Мика обгоняет. Андрю. Аккуратней там. Так и писаться. 2x2, давай обгоняем. Не, у нас он последний. Он последний? Да, он потому что пишет видео. Валера у нас последний. Все собрались? Видео будет веселое. Очень. Веселое. Что, все в сборе? Да. Андрюх, не надо так дергаться, а? Я тут немного подлагивал. Так, ладно, отгоняемся.
я же предупреждаю, держите дистанцию. Да. Кто-то прется, походу, еще. Шу. Снуп. Снапли. Первый. Снап, скорее всего. Снуп, ты через два. Через две О пишется. А, он гоняет. Так, 90. Ты точно не в 90 едешь? Я на 95 догнать не могу. Догонять не надо. Нет, потому что я уже еду, а тебе надо, чтобы догнать, тебе надо больше разгоняться. Ну да. Сейчас я 90 разгонюсь, поставлю на круиз, чтобы больше не ехать. 91. Да я 90 ставлю, а от меня убегается. Не знаю, у меня 90. Там гоняться не будет, нет? Снуп этот. Снап. Нет, снап. Блять, он нас ест тоже. Ждет. Короче, направо нас ест. Андрюх, ты ничего не говоришь. Поворотник, потому что. Все равно надо предупреждать. Че, снап втиснулся куда-то, что? Да, да, он за тобой прям едет. Датчанин. Нахуй как заторможу на. Да, сбрось еще прицеп на него. Было бы можно, если бы сбросил. Я попробовал, я бы проверил его на реакцию. Было бы очень. Было бы можно было бы еще бревна с прицепа сбрасывать. Я бы еще и так попробовал. Андрюх, ты куда разогнался-то? Я не знаю, что вы там тащите. Так он едет перед нами, я что с ним сделаю? Убери его с дороги. Сейчас трактор в него кину. На развязке прямо. Прямо так прямо. Еду 60. Сейчас тебя этот догонит. Снап. Снап, снап. Ёб твою. Случилось. Ёп, народ, сколько? Надо будет, короче, на следующей заправке заехать, поправить. Все собрались. Есть отстающие. Я только двоих вижу. Валера. Опять эта сучка. Кто? Тракторная. А, Джолка? Джейка. Ну что ты тормозишь-то, тупий? Нахуй пошел. Я точно его сейчас наказывать начну. Да не надо его наказывать, он остановился. Ну а сейчас потом обгонять начнет и опять кого-нибудь зацепит. Че там прямо? Да, прямо. Прямо-прямо все. Все собрались? Что-то он написал. Change line гудами. Гудами. Change это изменить, по-моему, да? Там ты по линию. Форум шоте это типа что. Гудами. Не знаю, как он переводится. Че, все в сборе? Я вообще тут еду слева от тебя. Замыкающий. Так точно. И нет, так, начинаем разгон. Так 60 их. На развязке прямо. О, так, мы еще эти не выехали, эти шлепы. Вот Пенхан Анна. В Швеции это по-другому пишется. Где кто? В Швеции, да, у нас он был? Заглох. Завелся. Ну, с таких подробностей. Остановился. Посреди дороги. Вот, Ариан. Сори. Хедшот. Включил правый поворотник. Андрюх, не надо поворотник включать. Мы посреди дороги валяемся и стоим. Это у нас какой-то внутри очень веселый поворотник. Я поперек дороги стою. Антон вообще на голове лежит, короче.
Я завестись не могу еще, напал. А что у вас произошло? Я врезался в забор. Короче, надо ремонтироваться. Я не смогу уехать, далеко у меня 40%. А Антон вообще там, наверное, слышит. Ты, получается, врезаешься, тебе откидывают от отбойника и в меня. Да-да-да. Это вообще двойной хедшот, ёп. Так, где тут? О, тут троллейборг. Или где? Я стою перед развязкой. Что ты? Веселый. Веселый каникул. Короче, я отправляюсь в троллейборг ремонтировать. У меня в Малму. Я в Малму? Да. А, точно, тоже в Мальму. Да-да-да, туда же. О, троллейборг не кидает, что нам? Нет, ну в Мальму. В этом нету в троллейборге ничего. Сейчас я. Есть почему? Тоже есть сервис. Да там нет ремонтника. Есть там сервис, епты. Ну он не хочет нас туда отправлять, понимаешь? Открой карту и посмотри. Я просто говорю, что он есть. Так, я отремонтируюсь. Еду отремонтироваться. О боже мой. Блин, пиздец, конечно, чертовы. Забор это просто жесть. Это у меня уже не первый раз так вот. Андрюха тогда, помнишь, да, ехали вместе? Да? Я красиво тоже в отбойник летел. Андрюха тоже, я смотрю, поехал чинить-то. Так, а теперь нам надо как-то выехать отсюда. Франциско, второй раз вижу вообще. Сейчас налево получилось. Направо. Не-не-не. Направо, налево. На съезд, потом наверх. Не, можно смотри, Андрюх, как у нас потом налево. Налево, потом по круговой налево. Выехать на трассу и по прямой. Да. В принципе, вы проезжаете вот эту вот развилку большую, езжайте прям сразу в троллейборг, мы туда подъедем, в принципе. Так что. Ладно, поехали. Да, наружу лёд из кадра один. Заебись. Прямо он не нужен сейчас. Данный момент. Ай, да, это, конечно, жестко. Сильно укоцал-то, груз точно. Щебленка, наверное, вся рассыпалась. Он тоже, стопудово. Жалко, Леха не был. Вместо меня был бы Леха. Да, был бы вообще прикольно. Я бы знаю, что в Пуске был. Ничего бы мне не сказал. Он бы сказал, я тебя топтал. Тут неадекват вообще какой-то, да? Пытается развернуться, повернуться. Да, его глючит. Ничего не получается. Мы сделали дорогу. Он походу съезд потерялся. Да. Он дороги открывает, походу. Тут же каждый кусочек нужно открыть. Потом мегафур дал. О, так мы соединились. Да. Вот я как раз хвост выехал. Так нам надо сейчас меня пропустить. А тут одиночка, и вы где-то там по прямой едете. Да вот мы сзади вас едем прямо. Сзади вас прям едем. Да. Сейчас Валера там. Да сейчас заедем в этот трилюбор. Туда там, переправимся, да. Там выйдем уже. Там разберемся, ладно, погнали, короче. Разгоняй, где там он у нас? Я потерялся немножко. Здесь аккуратнее, сейчас может подлагивать, потому что народу прибавляется. Сервак заполнен, поэтому в местах отправки на куча народу. Хоть не перевернулся. Но рикошетнул мне, конечно, жестко. Так, встречек много идет. Еще один знак на войну. Шейди, польские едут. Нет. Сейчас увидишь.
никогда не видел польских смешений. А, заебись. Американского я видел смешения, польского не видел. Росток, любимый Росток. А нам разве Росток? Да. Ты уверен? Абсолютно, больше нету. Да. Так, сейчас в Ростоке появляемся и рассасываемся, никто не выезжает. Потому что тут начнут выезжать, это писец начнется. В круговую, разъезжайтесь просто. Дай переправить для начала. Лево, право. За 96 тысяч. Нахуй назад, быстрее назад. Все, все как от чумы разбежались. Только Андрюха остался посреди дороги. Так, теперь выезжаем краем по порядку. Сейчас за передним. Переднюю передачу. Давай, Андрюха. Ну ладно. Короче, надо как-то. Блин. Опять неправильно не сделал. Надо было дорогу перегородить. Не знаю, где не так. Ну, ладно. Все выезжают. У нас там. Сейчас этот выйдет. Просто где. Блин, этот. Немецкий, который. Вот 1200 километров сразу. Встречка. Немного вода еще. И очень много. Ой, этого чувака я уже видел, типа сана то. Мне память не дает. Чика Марика Logistics. Так, все собрались? Да, вроде бы. Да. Я, оказывается, еще какие-то самые тяжелые грузы. Сколько? 20 лет. 16-17. У меня 22 предпоследние. У меня вообще 3 тонны. Я, кстати, тут видел мод на 1 тонну. Какой смысл ее возить, если прицеп больше весит? А что там? Что за прицеп такой? Просто пустой прицеп. Круто. Тракторовозка без тракторов. Контейнеровозка без контейнера. Лесовоз без леса, да? Так тоже можно. Светофор собрался. На развязке прямо.
надо это, заправку найти. Заправку? Да. Заправку. Типа я ее только не вижу. Нет, здесь должна быть эта заправка. Она, по-моему, справа. Она на проселке вообще. А мы проехали. Нет, там дальше еще должна быть заправка. Пьяная дорога начинается. Ух, так что. Круизи поставим, будем ехать. Так, Валера, что, отстал? Немного есть. Да, не отстали сейчас. Лаги, лаги. Потом скорость туда набирают. 90 идем, по догоните. Да, там, в принципе, же по максимуму разгоняйтесь, догоните 90, ставьте минус. Да, дорога, конечно, есть писем. Надо на конвой включить, просто ограничить ее, все, что. А, кстати, да. Это более верно. Не, но знаешь, догоняет, если кто догоняющий им хреново будет, они больше все равно 90 не разгонятся. Дождь еще пошел. Я еще хочу Юкон пригласить. С нами поехать. Они нас не приглашают что-то совсем. Так они, думаешь, ездят что ли? У них три человека как было, а у них остальные-то не ездят вообще. Ну так вот, смотри, их трое, там у нас, допустим, трое, четверо, чего, нормально уже. Нас? Я думаю, что у нас хотя бы шесть человек были. Ну, если сейчас. Женька, если выздоровеет, то семь будет. А еще Илюха, если появится. Еще если Харт появится, ну, еще его зацепит. 8 будет. То есть в полном составе поедем, то все 10-11 будет. У вас есть группа, сайт? Сайт есть, группа есть. Тема на форуме. Тема на форуме есть. Кто обгоняет? Скамейка какая? Сижи Киллер. Группа ВКонтакте? Да, тоже все есть. Тема на форуме есть, сайт свой есть, тема в стиме есть, группа, везде все есть просто. Все как положено. В TeamSpeak канал есть, в RaidCall группа есть. Тут прямо, криво? Прямо. Прямо. Вот это, German Transport с этим. Вот это криво, там. Вот это криво, вы быстрее обогнала. Сейчас мы обгоним. Группа ВКонтакте так и называется, как компания, да? Да, да, по-моему. Да-да-да. Я скину ссылку. Только не перестраивайся. Не перестраивайся передо мной. Олень! Вообще олень. Мне лучше право этого все. Он подлагивает. Что-то. Он даже обогнать меня не успел. Хотел перестроиться, лагнул. Завтра я скину файлик на 750 для всех грузовик. Там, если что, ребята, у нас голосование будет за новый окрас. В группе ВКонтакте есть специальная темка. 2-3 варианта своих скидывать. Будем все это обсуждать. Я бы скинул, Андрюх, свои варианты. Такого дополнения этого нет у тебя. И у многих нет этого дополнения. Да, блин, хорош лагать уже. Там реально, вот я который раз в тот раз показывал, ну как показывал, там у вас коричневый он был. Однотонный, у меня тон нормальный. Только немножко отдались от меня. Так вот, а, на заправку, Андрюх, заправочку. А, мне не надо заправляться, я дальше проеду. Ладно. Кому надо, заезжать. Просто я еще хотел отойти на одну минутку. Я заправлюсь. Это будет, наверное. Тормози! Ё-моё, кто там? Даже заправиться не дают пока. О, Нику догнали. Так, идите. Там что-то. Отойду, Андрей, на одну минуту.
парень жестоко лаганул. Я он стоит, а нет. Рванулся. Нифига он лаганул в повороте, на секунд, секунд 30 я стоял. Ой, я снова здесь. Какой-то чувак с досками несется. Принято. Развязки прямо. Лаганул. Бразилец, что ли? Да, он бразилец. Поляк посигналил? Не знаю, кто-то там едет, сигналит, да. Андрюх, он перестраивается, перед тобой хочет. Он бразилец, так аккуратнее. Он хочет. Ты ему хоть в фарме мигнул бы, что поезд едет. А то он до сих пор никак не... А откуда ты знаешь, откуда он? А 200 с лишним пинг, вот это явно. Больше 200, и у него бра. Бра, знаю, да. Бра или БР. Это в теге там у него желтым было написано, знаешь, про. Ой-ой-ой, что-то я сильно. Че, я 84, я никак не нормально понимаю. 89, все, 90. 90. Да. Ну я примерно за тобой стану это. Развязки прямо две полосы. Окей. Вот
чё, чё ты такой двигался? Вот. Это бразилец впереди. Ну, бразилец какой-то, рейс. Рейс, кун. Вниз ушёл. Прямо две полосы. Я могу его дать. Ну, либо опять. У нас, короче, практика еще имеется. Ездить в шахматном порядке. Да, это на случай диких ладов. Конечно, вы обгоняющим это херово. Пусть учится. Для них типа змейки будет. Не, лучше. Просто... Только если он при перестрелении лагонет еще. При перестрелении лагонет. Да, там еще пизду. Не обязательно, можно просто в этот в одну полосу выстроить, пусть он обгонит, допустим, и дальше ее. тысячи разменял на этом грузовике. Разменял на этом грузовике 33 941. На стримлайне у меня 200 тысяч или кто? А вот 243 что-то у меня. Он не считал километраж. Вообще. Вообще где-то отстаешь. Ничего не отстаю, не еду. 90 лет. 70 это. Ты походу разогнался сильно. 90 или 90. Потому что вот за меня едут, там 3 человека, и нормально они. Так ехали примерно с одним тем же стоянием. Так едем, а ты что-то отрывать немного начал. Так его догнать можно. Не, не надо его догнать. Прикинь, да, Лёха, оказывается, в чем проблема. Потом... Всего-то надо догнать. Всего-то надо догнать. Просто всего-то надо притормозить. Впереди я 90 еду, я никуда не спешу. Он-то и дело, что я никуда не разгонялась. Я тоже 90 еду, за дня еду 90. Ладно, давай сейчас разгонимся, тебя догоним. Сильно не догонять, до 100 метров в бисер. Раз ты так прям хочешь. Ты просто не представляешь. Не, ну позади меня тоже отстают. Может, меня просто... А, нет. Так, груз тяжелый. У меня груз полегче будет, а все равно. Ну, хрен не знает, как они... Хотя машины чуть-чуть. Ну, 91 разогнался. Я вообще сотню загнался, и только без круиза, то у меня на этом, на своем ходу. Ух, горочка. Тогда смейтесь, я скину. Это вы совсем приблизились близко. Близко. Вы тут чуваки появились, мне лагать начали. Голосики. Две полосы прямо. Яхты. Сам еще тогда с яхтой нормально. Но мы вдвоем с ним ездили по Скандинавии. Там же есть, где вот через Данию, если ехать, в сторону Дании, там же есть, где ну, прямо на скорости, прямо вот это. Ну да, да. Платные вот эти участки. Он как шел вступился, так и, короче, яхтой зацепился. Так, он, короче, этот пост не проехал, он остановился в этом посту прямо. Это было смешно, да? Так он, мы с ним тоже ехали тогда. Он с тракторами был, не вписался тоже в этот постер. Дабстерс. Дабстерс. И мы его видели уже. Прямо две полосы. Ну ты что у меня за трактора? Ну-ка. Просто трактора.
А у него был трактор какой-то там, диггер. Это 75-й. Не, у меня какие-то муты, маты. Мат какой-то. Кэт, скорее всего. Заснул, что ли? Да нет. Так. Отвлекся. Две полосы прямо. Вы там прямо прицеп в прицеп едете, а? Рисковые парни. Вообще, это как он, Леха тоже любит ехать. Тогда с тобой ехал прям чуть-чуть не впритык. Да, Леха что-то давно с нами уже не ездил. Это не тот Леха. Который ездит? Да. Это столько Леха. Сейчас еще Андрей добавился, теперь два Андрея. Антонов у нас, кстати, еще не было. Не помню на своей памяти, чтобы у нас вообще в команде, в других командах, там по гриду, по вообще, по дёрту, у нас не было Антонов вообще. Не помню. Денисы были, эти, Андреи были, Алексеи были. Алексеев много было. Ну. Александр даже был. Александры были, да. Эти, а вот Антонов вообще не было. Даже Михаил был. Валеров, по-моему, тоже не было. Прямо налево, налево. Прямо, направо. Прямо, прямо, прямо. Под мост прямо, не пронесаешь. Хатаки Какаши. Че? Кто не верит, может в штаб зайти и посмотреть. Это, скорее всего, какой-нибудь русский, стопудово, потому что пинг маленький. Ну, 80, это не японец, не скорее всего, может, просто... в Европе живет японец. Не, мне кажется, просто русский прикольнулся. У меня он тоже есть знакомый в Steam, он, блин, там постоянно какие-нибудь непонятные ники пишет. Так что... больше смахивает на русского. Какашин. Ну, с гридом там чувак этот не сравнится никогда. А, ну, гридонстер. Как? Турбонстер? Не понял. С него мы и взяли потом. Угу. И калаваться начали ездить. Турбонстер, гридонстер. Обломстер, по-моему. Обломстер. Это так. Четвером крашили ездить. Втроем. Четвером. Четверо нас было. А четвертый? Я, ты. Ромка. Ромка и Леха. Арт. А он там каким-то своим ником назвался, по-моему. Он тоже, не был. Тоже стер какой-то был. Арт-стер. Не, не помню. Прямо. Больше никуда нельзя, по идее. Да. Можете направо уехать. Если сможете, я посмотрю. Такая ровная дорога вообще. А полоска-то есть, типа налево. Туда должна быть по идее. Я вообще не знаю. Вот эти участки бы оставляли, как для разворота. Идеально. Не туда поехал, раз развернулся. Вот в чем дело, а то не туда поехал, едешь. Угу. Ищешь, где можно развернуться. А если найдешь, так забанят еще. Вполне возможно. Бывает, так были и такие. Угу. Меня за 10. На 10 дней. Угу. И за хер собачий. Угу. На 10 дней, блин. Первое нарушение вообще все, что вот было в игре, и 10 дней сразу. Ни там, ни день, ни час, там, ни 2 часа. Как некоторым раньше там писалось, выписывали там по часу, там, по 2, там, по 12 часов. А тут мне сразу, на тебе 10 дней бана. Посиди, поотдыхай. Чтоб не расслаблялся. Угу. Чтоб больше так не делал. А я все равно так делал. А чисто ее. Только. Да не там, прямо едем. Прямо едем. Да. Не туда поехал. Промазал поворот, решил, да, свернуть, зацепился прицепом на горке, всю дорогу перевернул. Да, и там целая толпа скопилась народа, они как раз из города выезжали, и трипорт тут накидали, видимо, и мне там дали хороший бан на 10 дней. Да, ладно, я не сильно расстроился. Я пошел в танки играл, вот и все. Угу. Танки тоже играешь? Конечно.
Много тот, кто играет. Я играл, я ему профиль свой отдал. Сейчас он... Там у нас еще есть, по-моему, кто, Андрюх, ты вроде говорил, Евгений, да, вроде играет. С Мишуткой тоже играю. Ну как там, нагибаете? Нормально. Вот видишь, Леха, у тебя компания есть. Мишка нагибает, я сливаюсь. Так-то мы много в чём играем. В Дёрн играем, в Рю играем, в War Thunder играем. Я статист, 52% всего лишь. Ну нормально, это еще больнее. Андрюха, что там, 45, да? Да нет, то же самое. Это нормально, в принципе. Средний игрок. У меня 55. Вот ты меня что-то совсем. У меня тоже 55. Ты тоже играешь в танки? Угу. Там надоело. Там 10 топов качал и все. Хватит. Да, я никак не могу их качать. Там новые ветки вводят, пойдешь, ее качаешь. Опять новую ветку ведут, опять пойдешь качать. День застрянешь на 8-7, лава, да. И так у тебя и торчит в ангаре большая часть 7-8 левел почти каждый нахуй. Что, качаете я пошек сейчас? Не, нафиг. Я Центуриона хочу качать. У этого ФВшку, вернее, 42-02. На халяву получить, попробовать. Ну, там, какая-то акция будет, должна быть, по идее. Типа, у кого он есть, ведут специальную акцию, как вот сейчас, допустим, с Е25, и, типа, ты ее выполнишь, тебе танк дадут. Что-то типа того хотят сделать. Конечно, это не официально все, но... Возможно, так и будет. Я надеюсь, так и будет. Все-таки прем... на халяву получить. А если есть, то что дадут? Ну, это, я говорю, акция будет, скорее всего. Так дадут, ты что за акция? Марафон на ФВ 4202. Да, будет. Не, а, нет, если есть, его просто заменит на этот Центурион, как 10-й этот экшен будет, который... И плюс дополнительно будет вот это марафон на ФВшку. Типа, если хочешь, можешь. Так она уже была же. Нет, на другую ФВшку, 10 уровня, которая меняет. Там СТшка. Эту тяж давали бесплатно, да, там. Не так себе. На развязке прямо. Я так и не прошел ничего. Нет, я получил. Получил дивизион 3. Че такое? Че? Лаганул ты. Да ладно. 100%, все, 100%. Оу, все, все, стоим, ждем, короче, вообще все 100%, это плохо. Народ нормально ехал. Ну, тебе кажется, что ты нормально едешь? Нет, сам... прицеп 75. Епа, прицеп можно сразу цеплять и выкидывать, другой брать. Как раз вот город рядом, Нюрнберг. Смотри по автосохранению, далеко там у тебя по времени. Блин, мне карту еще удалил. О, Андрюх, ты остановись, ты как ты все едешь. Блин, у меня забор остановил. Конек, дорогие. Все, дождь кончился, ура. Он на шестой трассе? Сейчас глянем, погоди. Да, нет, на девятой. Ну я с Нюрнберга на выезде буду. Чё, к выезду Нюрнберга тогда еду? Ты в Нюрнберг за... ты перекинулся? Да, да. Ну давай чё? Тогда проедем. Да, дальше поехали, давай. Поляк что ли? Да ладно, ты издеваешься. Ты чё сегодня припихи? Полетели. Поляки. О, поляка сюда поснимали. Да вообще, какие-то... Наворачивайся, осторожно. Так, аккуратнее видим. Все, принял Андрюх, аккуратнее слева. Нет, справа. Еще один ползет. Надеюсь он... О, красава! Ну он не вписался, блин. Ой, красавчик. Так, это съезд на Нюрнберг или что это было? Давай. Ждем. Ну,
принципе, можешь подождать тебя дальше проехать. Андрю, кури еще подальше. Прям на выезде будем. Под вывесками, короче, под указателем. Угу. Унгар. Унгар. Ова. Ова, классно. Блин, пихнули что ли тут? Видимо меня, а я в тебя. Жалко забрасывать танки, все-таки, блин, 5 лет на них потрачено. 5 лет играешь? С 2010 года. А ты марафон хоть один пройди до конца, сразу переходится играть. Проходил. Ну, прошел полностью. Ну, у меня и Саша на ВЗ-111 был марафон, прошел. О, я тоже прошел. Все, поехали. Это... Все, двигаемся. Да. Потом этот, на ИСА-6 я не выполнял марафон, мне влом было в то время, но я жалею, что я не выполнил этот марафон. А я выполнил тогда. Нет, ИСА-6, в принципе, хороший танчик вообще, для фана он вообще прям... Направо же. Да, нам направо, на съезд сейчас. Я пожалел, что я тогда не выполнил, к сожалению. Да у него пробитие вообще ни о чем. Но он фановый, он чисто да, это... Там, он да. Чист... Голду заряжаешь и ну, пошел да. Херачить. Ну блин. Я тогда его выполнял вообще там просто капец был. Сейчас такие легкие да, задачи. Да. Нам надо было на 6-х уровнях набить дохренище опыта. Просто капец. Да. Это да, ладно, да. Там был хилкат, там квас еще был. А у да. А японский там а щита на всех был. Нациях, да, вроде было? Да, на да, всех да. Нациях там по 60 тысяч, а не по 100 тысяч опыта да. Надо было на каждой нации. Да, это вот именно на ИСА 6, а на ВАЗика они сделали набить, короче, 100 фрагов и 100 тысяч урона, по-моему, что ли. Последний был такой большой. Разве? На ВАЗика по 150 тысяч опыта на каждой нации. Это я точно помню. Там, по-моему, все равно на каком танке играть. Я помню, что то, там ну, тут у меня вот на японцах, и тогда я как раз и начал качать ветку японцев, когда эта вот, акция была на ВАЗика. Там я помню точно, что вот, у меня фрагов было достаточно, а урона у меня не хватало, потому что этот что у них там по 100 с копейками за выстрел не выбивает, ничего это будет. Не знаю, с ВАЗиком был только урон, кажется. Нет, там еще фраги считались, там точно фраги были, я помню, потому что я говорил, у меня вот фраги быстро набивались, вернее, наоборот, урон на некоторых нациях, допустим, на советских, там спокойно урон набиваешь, а фраги уже нужно было как-то там искать. А на японцах у меня наоборот было, урон набивался быстро, вернее, наоборот, фраги, а урон вообще никак, он там по 1000, по 2000 максимум забой, ну что это там, японцы эти, там вплоть до 7 уровня, у них урон... По 115, что ли, 130 ли чири этот барабанный на 3 снаряда у него это орудие было. Вот уже 8 уровень, да, там 240 урона, как нормальная стяжка, в принципе. А все, что ниже, там пуколки одни не пушки. Не, мне не, все равно на этот. И со 6 я жалею, что я не выполнил. Сейчас был бы хоть пангарин. Я на блоху взял, как-то я уже не хочу играть. Не, я ее еще не выполнил. Я неделю целую пропустил. У меня, в принципе, запас еще минимум неделя там, так что не успею выполнить. Я в это воскресенье взял. Я мог тоже в это воскресенье взять как раз, да, если бы вот всю неделю ту играл как раз, ну, каждый день, и выходные, тогда бы я уже в воскресенье взял бы. А так мне теперь только до следующих выходных. Либо играть все вот эту неделю каждый день, либо выходные выполнять. Я наверное, там, не знаю, до выходных, наверное. Хочу играть. А ты, кстати, еще достаточно вообще. Что там 20 тысяч опыта набить? Это копейки. Это вот раньше акция была на ИСА 6, там набей 100 тысяч на каждой нации, блин. Умрешь, блин. Да что там, зашел звезды, допустим, мало и готово. Все равно.
Я вот, допустим, на Е25. А, на Е25, да-да-да, это да, я согласен. Ну и ФВшка такая же фигня была на этом, на британце на самоуровне. А вот на ВАЗика пришлось попотеть. Я тогда еле-еле прям успел японцев доделать, потому что реально тут не хватало урона тогда. И там на ВАЗика еще задонатить можно было. Там, да, помню. И на Ивлаху можно задонатить спокойно, без проблем. А на ИСа 6 нифига, да, они первый раз такое сделали, и там вообще ничего не было. ВАЗик первый танк, на котором можно было задонатить. А и многие донатили. Я вон помню, выехал первый день, когда эту акцию вели в рандом, смотрю, уже спрашивают, что купил, что ли, ну, если кто там вы попадался. Да, купил. Да ну нафиг. Бесплатно получить его, да, без проблем, но тратить на него деньги, он в принципе тоже, по сути, фановый танк, он, у него этот, снаряды эти, как не снаряды, а пробитие тоже маленькое, как у Саши-Стола. Там голда хорошая. Ну да, кумулятивы заряжающие, пошел всех там шить. И башня мощней. И башня получше, да, согласен. И борта еще у него читерные. А ТСА 3-го ему досталось там. Нет, там даже ТСА 8-го, по-моему, ему часть досталась. Вазик это есть 3-й, там написано даже то, что это прототип ТСА 3-го. Ну да, китайский кто-то. Ну правда, вот ВЗ-111 модель 1.2, и тут уже больше ИСАК 8-й, похоже. Потому что там больше с ним схожи. И нос тоже этот щучий. Нет, там не щучи, там помпой. Или щучи, я же не помню. Я давно не видел. Мне сейчас только 112 или какой там. 110-й. Во. 8-й уровень. Щучи как раз нос. Ну на Блохоне, кстати, зря сделали эту акцию. Им не надо было сдавать ее бесплатно. Это же, как сказать, имба-танк, по сути. Стоит в 50 метрах и не светится. В тебя стреляет еще вдобавок. Ну они же его понерфили. Не, он все равно такой же остался. Вели было с этапа 59-го? Не, его тоже не надо. Но там, правда, знаешь, какой дурдом будет? Да, с нынешними реалиями он все равно уже не то, как КВ-5. А раньше эти два танка были просто вообще все нагибали. В свое время на КВ-5 ездил с удовольствием, а сейчас он у меня стоит в ангаре и все, я даже не выезжаю, потому что знаю толк, ну выйдешь, тем птичку не кидает. Там просто галту заряжает в тебя и пошли все во все дыры шить. А раньше выезжаешь, стоишь бортом, тебя никто не пробивает, танкуешь там, ой. Одно удовольствие. Танкуешь, да? Да, ищи задницей можно было, согласен. А сейчас не, это уже не то. Да на КВ-5 сейчас дольше проживешь, если ты жопой выйдешь. Да. А я помню, был бой, короче, вот чувак какой-то на КВ-5 выехал, он задницей стал, его не пробивали, блин, тогда. Я не знаю, кто стрелял в него, но его реально не пробивали. Он, видимо, стрелял, ну, в ту часть, где прям, ну, жестко в это место. И не пробивал. Было, конечно, смешно в нынешних реалиях не пробивать КВ-5-го этого кино. А как раньше это были вообще это зверюги были. У нас перед Женевой есть еще какие-то города? Ты Берн, по-моему, что ли? Что-то есть там, должно быть. Надо смотреть. Как-то никак не посмотреть. Не откроешь во время езды. На утро рано вставать, спать уже охота. Что, много еще нам ехать? Ну, у меня 400 показывает, это до Женевы. 560. Мне 140 километров. А ты куда? Мне, то там поближе будет, я не помню. Так. Сейчас посмотрим. Первый раз был, что-то там, что-то из этих. Страсбург, да, я понял. То есть это Франция тоже. Вернее, Женева это что, по-моему, тоже Франция? Нет, да? Швейцария. Это Франция. Швейцария. Один? Швейцария, по-моему. Да, Швейцария.
Могу врать. Вот Страсбург — это Франция. Это точно Франция. Вот. Страсбург — это Германия. Нет. О. Чего? А, да, это Франция, да. Это Франция. Страсбург — это Франция уже. Франция, Франция. А вот Женева я вот точно не помню. Либо это Швейцария, либо... По-моему, что-то Швейцария. Ну, потому что во, плакат висит Страсбург. Я сворачиваю, у меня тут указатель. Мне тут 100 километров осталось до Страсбурга. А поворачивай, что сказать. Кто свернул это у нас? Антон. Да что мне тут уже, если я сейчас поеду, я уже уеду от него. Давай тогда, мы дальше поехали, получается. Все равно сейчас, да, и все, или нет? Кто там? Мы разбегаться будем все равно, потому что мне тоже встает. И там наши задние-то остались. Подожди, Андрюх, сильнее в этом, притормози. Так, надо залезть. Я, наверное, в Страсбурге от вас отвалюсь. Идите спать пойду, завтра рано. Так, это кто это? Не наш. Это не лед какой-то, не кто тормози. Так, он вижу, появился. Валера не. А где у нас Андрей, он к нам явился? Андрей? Где, наверное, спать пойду, ребят? Я убился там. Давай, давай. Ну, завтра в деревню ехать. Давайте до завтра, рад был познакомиться. Давай, счастливо. Спокойной ночи. Взаимно. Так, это кто? Ага. Так, все догнали. Сейчас поднимемся. Андрюх там немного шпарил, но ничего страшного. Догоним еще. Я глохну, если что. Часто довольно. Я заметил. Дай вам Андрея влепить. Да йо, а это ты, Андрей. На прежний курс уходит. Да. Я сейчас на заправке стану, пойду спать. Хорошо? Отлично. А все равно вдруг сейчас доедем, ведь у нас, смотри, что, у тебя в Лионе, да? Угу. Не, в Женеву, а так, а куда у нас Валера это взял? Тоже в Женеву? Париж. А Париж. Дальше. 765. Больше половины. У нас меня 300 еще показывают. Андрей где-то 460. А где-то почти половина. Ладно, всем спасибо. Давай, счастливо. Давай. Давай. Пока. Пока. Здорово. Пытаюсь заезжать. Чутка не доехал. Ну, до Страсбурга далековато еще будет там. Там километров. Вот у меня, если до Женевы 300, ну там, правда, вправо, по-моему, надо сворачивать, будет правее немного. Урожайный вечер, да, у нас вышел? Нормально. Сразу троих. О, направо. Направо? Ты чё разогнался-то? Аккуратнее. На Цюрих Герн. Страсбург — это не Франция, ни хрена. Это Франция, Андрей. Не Франция. Это Франция. Не Франция. Да это Франция. А что же это такое? Франция это.
Это Франция, Андрюх, там даже на вот эти, подожди, стой. Вот мы ехали сейчас на этом, как его, что ты хочешь остановиться, посмотреть? Ну вот ты, блин, ну ладно. Это, Валя, там остановились, короче. Я понял. Мы ехали, вон плакат стоит, это не плакат этот, знак, там F нарисован, то бишь это Франция. Это французы. Страсбург, эти Дижон, то есть это уже вся Франция. Женева, это уж еще Швейцария с Берном. Так. Ладно. Подожди, Андрюх. Да куда? Я подожди. Чё ты там? Поехали. Блин, сейчас поехали. Да я заглох, красава. Вместо W нажал, заглуши двигатель. Поехали. Пина, я тебя запутал, да? Вообще. Тегду. А у чувака, блин. Ник Тегду. Страсбург, Ф, танцы. Они даже на этих пишут на... Да, все, я щитках. Понял тебя. Все, да, я понял я тебя. Я согласен с тобой. Да, я понял тебя. Что ты понял меня? Мона Курум. Турок. Шадоу Скват. Тоже турок. Пронесли что монокоромы. Поляки, турки, Юсуф. Вот они. Да, кичмак и чельтрики. Последнее слово на английском написал. Дусь. Бро. А, бро. Дусь, бро. Бля, вот черт. Я сейчас на предки прикололись, я же на смс-ку поставил этот детский чих. Ну. Тебе сказали бы здоров. Надо, короче, на звон, на входящее сообщение из ВК поставить чих. Сидишь на работе, пишешь тебе, чих. И будет. У меня этот, как его, вместе со мной работает чувак, у него что-то типа похожего было тут тоже, когда пишет ему смс у него. Там немножко, там не чих, там что-то типа того же. Он, правда, поменял его. На другой какой-то уже. Тебе сколько там ехать еще? 180. Все, блядь, все время прямо. О, Берн уже не был. Страсбург держал. Тузские дороги пошли. Ой, забор, уйди. Я тут зацепился за забором. Причем я скорости-то не потерял. Я просто зацепился и сразу 78%. Хера себе. У меня в голове не укладывается. Ехал, все по нулям было нормально, вообще отлично по Скандинавии, но зацепился, даже скорости не потерял. 78%. Такие классные батареи. Грузовик 78, и груз 67, что ли. Вообще, короче, вообще хлам. Нечего вести, но... отказываться. Ладно, давайте, спокойной ночи. Давай, счастливо. Давай. Спокойной ночи.
Блин, классно смотрится с камерой. Белые эти. Как их. Юбки эти. Юбки, вернее, блядь. Ты в группу ВКонтакте не заходил, не смотрел? А что там? Там вот я тему обсуждения создал специально по новому окрасу. Ну. Да, свои варианты выкладывают. Да я бы предложил свои варианты, только ни у кого это. У тебя нету. Значит, предлаживай те, которые есть. Предлаживай. Предлагай. Да блин, не знаю, я ничего не хочу предлагать. Просто проголосуем, проголосую за то, кто там этот, как его. Кто выложит, что я тут проголосую. Я выложил 8 штук. Леха выложил там 6 штучек. Я видел, он в Steam выкладывал целую кучу. Не, ну в Steam-то тоже. Понос. Понос 14-17 здесь. Понос? Понос. Не знаю, понос. Просто поносит понос. О, нос. Нет, там понос. Это как марка, помнишь, была понос? Там понос. Да, эспри, блин, как-то не название такое. Эсперанто. Да. Понос. Никакой машины не поешь, на поносе. Ну, кстати, машина неплохая была, в принципе, в первом гриппе. Почти два класса. Но Паршак был все-таки лучше. Тот продон был. Да ну ты брось, на лучше. Я на нем тут поездил в этой обычной гонке. А мне понравился. Да ну. Может я просто на джойстике играю, за это и мне понравился. Я на руле тогда на нем ездил, он вообще прям. Там, я этого напарника фазил, короче, уволил. Он надоел проигрывать уже. И кого поставил? Винс Дейл, что ли, короче, американец. У него GT1 класс. Он в прототипах, короче, четвертый приезжал. И в дрифте второй пришел, получается. В финале мы с ним бились. И вообще он классный парень. Значит, лучше, чем этот Макарони, наверное, по темпу. Да. Дошел я до этой, это, как она, лига, это перед глобал-то вот идут. Но. Вот эти три заканчиваешь. Ну. Потом начинаются по три в каждой. Большие, и так вот глобальная потом последняя. Вот я перед глобалкой начал. Ну так-то вообще за мной. Дальше тем хуже, короче. Понятное дело. Не, я тут на экстриме еще играю. Тайп. Я уж забыл, что там, какие вообще гонки-то, я уже давно не заходил в первую грид-то. У меня он, по-моему, нет, не установлен, я его удалил. Я вот пройду ее на экстриме, потом заново эти же гонки буду проходить только на ниндзя уже. Не, я не хочу. Мне хватило трех профилей. Ой, у меня их там 6 штук. Только сейчас. Не, у меня. А сейчас висит, это еще сколько я потерял их. Не, у меня там 3-то точно есть. Вот 3 или 4 точно профиля. Один там... у меня CMR-овский еще там профиль есть. Один, да, один CMR-овский у меня, один потом этот турбонсер вот этот вот. Один я начинал чисто свою карьеру вообще. Я даже в онлайн не выходил, а чисто гонял этот, ну, в офлайн карьеру проходил, вот. Еще какой-то я создавал там с другим раскрасом. Короче, три точно есть. Там. Да, какие-нибудь тунгов поставят, зайти поиграть, что ли. Все-таки есть решено. Еду 90 и все равно. Да, нарушение скоростного режима. Красав. Надо ехать 80. 38 километров. Мне сейчас на съезд налево. Ну, под мост получается, на мост там чеке помещение. На мост. Все-таки на мост. Че, Андрюх, ты дальше поедешь? Че, Валера, подождем? Подождем, давай. На развязке тебя подождем. Окей, сейчас я тогда топлю.
возможно, сейчас на трактор отвезу. Вот чувак с гусеницей поехал. У кого-то этой гусеницы нет вообще. Пустой трал возит. Типа. Помнишь, Андрюх? Mm-hmm. Это же тоже карга покажет. Тут гаражик есть, круто. Надо будет в Лион заехать, купить там гараж. Все равно разгружаться же будешь. Угу. Заеду, куплю гаражик. Чуть подлагануло. О, пацан, что у меня в Зегиде только гаража нету сейчас под тэк. А, в этом-то. Там дорог у меня еще чуть-чуть нет. Ох, на красный свет, так на красный свет. Насрать вообще. Давай, блядь. Уже быстрей. О. Ой, солнце. Себя завести. Ну ты куда собрался-то завтра? На работу к мужикам надо съездить. А, ну проставиться, я так понял. Ну, они раньше будут забирать проставу. Вот я там заказал пирог с пиццей в столовой. А-а-а. Я так обеду подъеду. В столовой? Там столовая же есть. Не, ну понятное дело, но я думал, что. В столовой там можно заказывать пирог или пиццу, пожалуйста. А что? ты то заказал. А? Ты и то, говорю, заказал. Ну там где-то 1000-1500 выйдет. Там навес, ну там такие смачные такие пироги получаются. Понятно. Столовая, так там хорошо делают. На столовой. Я им звонил сегодня, я мне говорю, завтра оставьте там кусочек, а то говорю, сожрете все. Этот, как его, я у нас в столовой в институте проводят всякие банкеты, там эти. Похороны, ну не похороны, поминки, ну короче, ты меня понял. Но большая часть, либо кроме день рождения, либо еще что-нибудь. Так, у нас конечный путь в Париж, да, получается, посмотрим, что есть. Угу. Так, сейчас я сразу гляну. Куда он? Короче, у меня есть только в Лион. И выше. Об Лионе смотри. У меня есть Лиль. Это не. Как раз через Париж. Мы до Парижа доедем, я сброшу его. Просто мне, чтобы был туда. Не, я возьму к этот. Я сейчас, короче, из этого, из Женевы возьму в Лион. А там что-нибудь другое возьму. Ну, чтобы заехать в город, там заодно как раз разгрузиться и гараж купить. Я вот возьму в Лион. Дождь тут пошел ужасно. Да у меня дождь уже был, кончился. Сейчас я приеду, подождите меня, я сейчас в трейдаук заеду, загружусь и погнали дальше. Ай, ты срать мне, что красный свет. Мне нужно быстрее. Я русский, я как хочу. Так, где-то тут Лон. Да, блин, не доехал еще. Чувак красава, посреди дороги остановился. Так, Андрюха, а вы где? Погоди, я что-то не туда поехал. На выезде. Подожди, на выезде. Который на трассу, который большой, не который через проселку. Блядь. Че, не туда поехал? Ну, меня, походу, не туда показало. Сейчас я... Подожди. Блядь, пойти спать. Ну, потому что мы-то сейчас будем так же сворачивать на эту же проселку.
Подожди, сейчас я карту открою. Да остановись ты уже! Так, Андрюх, погоди. Вы сейчас стоите, где один, значок один, да, вот там? Да, мы сейчас проедем чуть дальше и на проселку свернем, спустимся вниз. Проезжайте, короче, я как раз по этой проселке поеду. Да ёба, выключите ёбаный этот стояночный тормоз. То не включится, то нихера не выключится. То не заезжать на эти бордюры дебильные. Как может грузовик не заехать на этот бордюр? Это просто смешно, что ли. Сой. Да, обосрался. Так, где вы? Не вижу вас. Где? Где? Так, 500 метров. Вы уже на проселке или еще подъезжаете кто-то? Подъезжаем. Ладно. Я вас тут подожду впереди проезд. Получается на мост подниматься. Да. И налево потом плавать. Я вот тут подожду вас. Неплохое местечко такое. Так, Андрюха, ты в какую компанию ты везешь? Трейдаутс. Я оттуда взял. Там и там же забирать буду. Я в Carrefour. Carrefour. Carrefour, короче. Carrefour. О, Андрюха. Да чё ты выключишь? Шо 150 километров ехать? Мне 143 показывает. Ну 144 у меня. Чувак стоит на этой платформе. Блядь, быть поворот, а? Так встреча какая-нибудь адекватная поедет, пиздец будет. Андрюх, тихо, не лагай. Не надо лагать. Молния сверкает, потому что подлоги. Когда у тебя еще и молния. И гроза же. Ебай. Не, у меня был дождик, но он достаточно долго шел, но без этого, без вообще, без молнии, без всего. Он тупо дождик лил. 80 евро. Я тут разгоняюсь. 87. Сколько у тебя груз? 17, по-моему, тонн. Да, 17. Упаковочная пленка. Упакованная пленка. Упаковочная. Упакованная пленка. У меня пустые палеты 22. Я сейчас до этого трактора вез 17 тонн. Сейчас опять у меня пленка на 17 тонн. Блин, бать, тут ёбнешься туда. Здесь еще не так страшно. Пролететь-то. Ну так вот заезжаешь на этот пригорок, ты кажется, ебать, как сейчас там круто. Там, оказывается, не так круто. Ну, где горы? Ну, есть какие-то горы. Ты на круизе или нет? Да. Сколько? 80. 80. Я как разогнаться не могу. Зигзаг едет. Что едет? Зигзаг. Зига. Шрифт, кстати, прикольный. Смотрится классно, у меня зигзаг его. Я 35 тысяч ты сегодня разменяю, нет. Я вот 85 уже разменял. Я никак не могу 35 тысяч, у меня 34 970. Вот, ебать, встречка, лагающая. Рубен, Матьюс, Матьюс, Билли, Бээ. Бээ.
Да, мы сейчас эти 8 километров будем ехать полчаса. Россиянам догоняем. Приезжали двое. Сейчас только что мелькнуло еще раз. Не, нет никого. Может, просто не в городе, там, наверное, справа что-то там, типа этого. Ну, это вот уже город, по идее, должен быть. Это этот, не город, это карьер, по-моему, справа, да. Карьер, вот он, Seven Andrew Air. Еще там какой-то должен быть! Куда ты поехал? Супер резкий поворот, вроде плавный поворот. Не знаю, я нормально повернул, вон Валера тоже нормально повернул. Я что-то никак. 2% всего. Ну это там нормально так обогнул эти палочки. Ну одну-то я не обогнул нифига. А, то все спилил одну, да. Водичка. Че, вот не догонит его? Догонит. Все, я 80 разогнался. Блин, реально, скани вот эту. Блин, как они эти. Крылья, вот. Белые. Что вот задние, что передние. И плюс еще вот эта вот юбка, она классно вообще смотрится. Красная, плюс этими бело-красные, вообще нормально. Новые скани, ну, как-то почетче смотрится в нашем раскрасе. По крайней мере, нижняя часть ее. Даже вернее не нижняя, а чисто вот эта вот юбка. Потому что. У тебя какая стринка? Да, у меня новая, обновленная такая. А у тебя этот, Андрюх, эти вот дырки-то эти спереди. На крылья или как они. Ушки. Они у тебя полцы. Черные. Черные. Блин, были бы каким белый или красный, было вообще классно. На развязке направо. Угу. Вот он, Ghost Rider 7 Andrew Air. Сворачивает. У меня только Andrew. У меня нет Rider. Моим! Направо! Резко. Чё ты? Кто не тормозит, то резко. Сколько еще? 15 минут. 17, ну где-то там рядом. Где-то у нас Валера спускается. Надо сейчас гараж здесь еще купить будет. Пусть будет тоже. В уголке. Там сам углу. Блин, я хочу Португалию, чтобы они видели, Испанию, ну, все, то, что Францию и Польшу там. Было вообще классно. Так, я куда сейчас? Налево или прямо? Нет, прямо. Не налево. Прям налево. Ух ты, у него пустой прицеп. Это мод? Бля, я поворотник не включил сейчас. Вроде нажал кнопку, а поворотник не включился. А не отключился. Еще. Валера, до трейдаукса доезжай. А мы с тобой, Андрюх, параллельно у этого. Ты там, я здесь, короче. Чувак с вертолетом. Бля, ебанутая такая парковка здесь, ебаный урод. Ненавижу ее вообще. Ладно, будем парковаться.
ёбаный, в сраку, пустой прицеп не можешь припарковать. О, ко мне Туров приехал. Он хоть не мешал парковаться. Не стал тоже приехал, не стал парковаться. Так. А, пойду гараж куплю. Или нет, подожди, надо сначала посмотреть. Что у меня есть? Так. Не, если он ли он, извините. Беру первый попавшийся груз. Так, вообще. У меня дождь опять пошел. Да вы издеваетесь, что ли? Блин, жалко, куска нету, знаете, как у Мерседес 3 передачи назад. Что ты взял? Почти, сейчас я ищу гараж. Купить не вижу, только где он вообще. Здесь гараж. Ну да, гараж. А, вон он. Оп. Сейчас я поставлю метку в этот, как его, кореш. Гараж. Вот, ну. Так. Сейчас. Груз я взял, сейчас я к гаражу подъеду, куплю его и погнали. За гаражом, что ли? Да, сейчас я подожду по-быстрому. Не покер, я еще на красный свет поеду, я сейчас срать. Ебать, чувак, конечно. Встал, ёп. Ну ты, конечно, красава. Со встречки-то он решил стартовать. Молодец. Респект, уважуха. 5, дай 5. Вы действительно хотите привести играть? Да, я действительно хочу привести играть. Все. Мне надо развернуться. Так, о, Валера. Свой пустой прицеп. Чё, голым, блин? Слезайте с этим. Чё, куда? Прям? Ты чё? Да газуй, псина! Застрял, что ли? Дрюха, Андрюха.
Мне теперь 1800 километров показывает. Я взял в эту, куда-то в Польшу, походу, что ли, Словакию, куда-то туда, короче, первый попавшийся, который был в той компании, которая у меня этот. Красава, чё. Как я? Как я, ёпты. Как я, как я. Как я! Нормально вырезался. А чё написал-то? Нормально, сука. Андрюк, сколько, как там, кто у нас там? Валера. Валер, сколько ехать еще до Парижа? 388. Нормально. У меня 1844. Я не знаю, куда ехать. Но, вернее, я поставил это, как я, GPS в сторону Франции, этой Франции, говорю, Парижа. Это 90 разгоняюсь, короче, GPS. Да мы тут друг за другом идем почти. Эй, не тяжелый груз? 22 тонны. Легкотня. Я сегодня, что-то у меня самый легкий груз, это был 17 тонн, по-моему. Сейчас 22. И это, по-моему, эти пустые палеты. Блин, камера, жалко, не отдаляется больше от третьего лица. Неудобно вообще. Какая-то она кривая вся. Блин, пидержик пошел, ты заебал ты, а? У тебя дождь кончился, Андрюк? Угу. А мне не начался. Уже с грозой, с молнией. Не, по крайней мере, молнии не видел, а вот гроза есть. Валера, ну что, скорость переборщил, молись. Нормально. 80. 90, наверное. ТК-98, Н8. О, Н8. Я бы мне сейчас не отказался от Н8. Нокия, Н8. О, бомжи. Я вправо. А я. Французский номер, а здесь у меня другой скандинавский, какой-то люксембургский. Да. Что-то я переборщил. Нет, я еще не разогнался. Да, ты? Как? Я притормозил немножко, чтобы все не отставали. Окей. Где 94, по-моему, что ли, ехал, когда тебя догнал? Разогнался больше. Ах.
Че, 40 тысяч разменял, да? Да? Не? Ой, 30-40 тысяч, 35. Да, 35 тысяч разменял, ура! Сколько мы, Валера, уже едем? Че? Сколько мы уже едем по времени? Час 51. Я говорил. У тебя 2 часа он только пишет, да? Нет, почему? Больше? Больше. Я примерно предполагал где-то 1.5 часа мы проедем минимум. Когда мы тут на этот. Да мы дольше стояли, просто раз новенький делали. Ну, не, потом я предположил. Нет, я именно Андрюх сказал, когда мы только тронулись, что где-то 1.5 часа минимум мы проедем. Час точно, где-то типа 1.5 вот так. И ты считай, мы как что раз... Что, у нас завтра у провинившихся последний срок, да? Последние сутки? А, я... Ну, да. Один мне ответил, а вот второй молчит. Я ему даже ВКонтакте написал. Сейчас, так, сейчас направо, наверное. Направо, да. Да. Ну что, меня через Париж показывают. Париж. Я на 90 я не буду рисковать. Ты. Давай стоять. Да тут на 60. Страшно, а ты на 90. Валера не писал. Перестарался. Короче, надо мод поставить будет на 750 лошадей и ездить на даче. А, ну, на Мерседес? Не, Мерседес не хочу, да, хочу. Я вообще Рено какой-нибудь. Да, Рено обжаривай, да? Да. Чтоб офигевали все, с 22 тоннами тронулся наравне со Сканией. Шары на лоб вылезли. Как такое возможно? Ты причем на Рено... Скажи, да я в мастерской тюнил. Не, еще это... За отдельную плату просто. Еще не на Магнуме, а на премиуме, который послабже будет. А не, я, наверное, буду намерение говорить. Намерение можно так поездить, да. Намерение можно просмерить будет, сколько ты проехал частичный этот маршрут, типа, ну, а с точки А в точку Б и сбросить, потом опять, короче, ну там пунктик новый. Она чисто на нем доступна, потому что у него эти, как их. Типа нововведение вот. Да, я бы тоже так-то новенький взял. Да я на старенькому не отказался так по я хочу новый взять, который этот, ну, обновленный. У меня он там, по-моему, с нашим уже раскрасом, так что мне даже перекрашивать не надо. Причем с новым уже раскрасом, с которого вот этот вот черный наш, красный белый. Еще, по-моему, ман. У меня вот вроде в этом раскрасе. Ну что ты там фонарями своими мигаешь? Сигналь давай. Че эти фонарями сигналишь? Ленивая тварь, да? Засигналил с фонарями. Сейчас там стопори загораются. Как у меня на круизе. Пятьдесят восемь, 52, 89. У нас это с Валерой бы поменять пинг. Ему мой. А мне его. И как раз бы совпадало с этими, с регионами. Андрюх вообще не подходит. У него 89. Я мало ленинский автоном наложу. Географические соседи. Ага. Некогда бывшая единая Тюменская область. Козла.
паркинг. Ух ты. Паркинг. Надо было, Андрюк, знаешь, что сделать? Фотку забацать. Видео есть. Не, надо было фотку. В стиме прям же хоба и там сразу сидит человек. Я делал фотки, когда стояли на этом. Точно, да? На парковке когда стояли. А, ну ладно, то я. Так, общего вида просто. Ну да, я и говорю, когда у нас было много тут. Сегодня особенно. Главное, чтобы у нас в субботу много собралось. Куртель такой выезжает. Юкон там с одним человеком. Так охота пиписькой помириться, да? А нехуй было уходить. Так, вот в чем дело. Никто не просил их уходить. Сами. У них там есть чувак. Блин, забыл как звать его. У него ник Intense. Да, нормальный такой чувак, он чем-то на Ваню похож. Ну, по голосу и вот, ну, такой вообще нормальный чувак. Вот он, Саныч, более-менее, и еще кто-то. А Женьку вообще никогда не слышно. Ну, как сказать, не слышно, он там бывает тогда. Тогда вот я ездил с ними, он разговаривал, но очень редко, очень редко. Там. Чисто ну, я их не стрим тут смотрел, запись с Бергена в Стокгольм. А. 47 минут. Там не до конца пока. Перерывали. Ну там втроем они так базарят, ну так тоже мало. А кто там третий-то был? В основном сидят, сопят и слышно звуки кресел. Всего остального. Звуки кресел. Особенно это походу у Саныча слышно. У Саныча руль, как будто на руле. Я имею в виду, когда он ширкается, жопой по себе табуретку. А? На стуле, когда сидит, у него слышно все. Да я понял тебя. А кто третий-то был у них? Сирота и Женька. А, точно, Лёха там. Или Серёга. Лёха. А это где у них Intense-то? Intense-то. Да, они... Не, он в принципе нормальный мужик. Не, вот этот вот, я слишком, не помню. Слишком жестковатый. Не, но в принципе вот... И свободы у них вообще никакой, я не знаю. Но... Так бы и сказали, что им просто хотелось быть директором. Хотели. Тогда бы создавали свои. Я же предлагал им, будешь замом. Да нет, хочу. Я не хочу быть замом, я хочу быть директором. Я хочу свергнуть тебя с поста главного. Я вам свергну, Андрюха, он никуда не денется. Он был всегда главным, он останется. Тогда еще дал ему свергнуть. Обойдутся. Я сейчас покраснею. Ты чё? Застесняешься с меня. Ай, да ладно, Андрюк все время был во главе всех команд, и ничего же. Не всех, не будет. Ну, большую часть. По крайней мере, ну, я имею в виду, формульный, понятное дело, а вот гридовский, все, ты был во главе. Дёртовский тоже ты же был. Сейчас вот Евротрак также. Что там еще у нас было тут, не помню. ТДУшный тоже ты же был. А я все время зам-зам-зам-зам-зам-зам-зам-зам. Арам-зам-зам. Да-да-да. Один раз только я был к этим главной этой второй команды нашей. Второй состав. Да-да-да. Когда было очень много народу. Тогда я был там, да. Но недолго. Народ потом как-то упиндюрил. Развалился. И осталась одна команда. И опять я вернулся в зам-заму. В зеленую полосочку. Чё, позднее это не мог поснимать. Я вот это... Да и всё слышал. Да-да-да-да. Ничего не слышал. Да ладно, сигналили ему, чё. Надо тоже себе этот
дикам настроить, и чтобы это, я буду снимать ведущий колонны, Валера как замыкающий. Интересно будет. Можно еще, в принципе, какую-нибудь середину запихнуть, то, чтобы понимали. Да зачем? В самом конце, наоборот, удобно всю колонну впереди видно. Вот надо вот, кстати, потом Валера зальет, так посмотреть, там много интересности было на первых километрах. Было-было. Да не, я... Блин, я не знаю, мне почему-то Андрюха Гринчитель вылез в 30 FPS, и все, и больше он не хочет. Раньше было больше, даже в онлайне. А сейчас что-то 30, и все, хоть ты умный. А походу, что-то там такого наделал в настройках этого, ну, онлайна. Там же можно настраивать еще. И он мне 30 FPS ограничения просто вставил. Подпрыгнул, а что? И он, Валера, тоже красава сейчас. Да блин, а чё, Андрюх, благо это, не, грузовик не корцится на этой херне. Куда я поехал? Ну. Езжай обучение. 2251, ни хрена у тебя тэк, Андрюх. Так чё, прямо, Валера, едешь, да? Да. Да, да. Что, у меня направо показывает. Не, у меня прямо. Я поставил на этот, на Париж. Точку у меня. А у меня 1459, Валер 1226. Андрюха, который тут был. У него 600 какой-то был. О, чего 59-й, нихера он. Хаотик символ. Хаотик. Какую компанию везешь, Валера? Че? Какую компанию везешь? Sun Builders. Да, он везет в эту тракториста. А я в этот. Куда я везу-то? Трейдал. Че ехать-то? А, уже почти приехал. Вон я вижу. Да-да-да, вон я вижу Sun Builders и всякие. А свою не вижу. А, я не сюда вижу. Фу. Ама. Я вообще куда-то вообще знаете, куда везу. Сейчас не ночью. Гараж только купить надо. Гараж купить точно. Гараж купить. Купить! Это, Валер, сюда, я просто не гараж купил. О, красава, ты вообще там брейкдан сделал. Мне так осталось, 230 километров всего. А тебе куда ехать-то? Миль. А, чуть выше. Ой, не миль, а это кто? А, ну миль, все правильно. Миль, ты сказал. Сейчас тут на проселке, все по проселке, по проселке, по проселке, прям там. Если никто не поедет, я довезу туда. Посмотри, может, у тебя отсюда что есть. Глянь просто. Блин, светофор, давай зеленый свет уже, пожалуйста. А. Вы детей-то хотите? Хочу. Я все хочу. Куда надо? Лиль.
Киль. Ну почти. Киль далековато. Далековато будет. Ух, как далеко. Так, я сейчас посмотрю, что у меня есть, может, чем-нибудь. Париж. Не, у меня тоже ничего нет там. У меня Калайс есть. Калье это, да. Берите в Кале. Кале. Еще в Кале потом поедем? Не, потом спать. Да, согласен. Может просто поставить сейчас GPS и ехать с этим грузом? Я не против. С этим грузом ехать сейчас. Я поставлю GPS. Близ. Андрюха, о, у меня там гараж есть, круто. Я поставлю на эту, на ремонт. Ой, ремонт. Ну да, ремонтную. А как мы вообще поедем? Ну, через проселку поедем. Через проселку тоже все. А, я вижу. Сюда. А потом она куда идет? Налево или направо, Андрюха? На 25 или на 23 часа? Нет, спорт красный свет. О. У нас потом на 25-ю направо. И тут по проселке все прямо. Возле Лиля, хоп, направо. И на 25-ю. Так, подожди, я. Вы где? Я сейчас подъеду к этому. Гаражу как раз. Я уже уехал от него. Через него все равно поедем, потому что. Ну так-то да. Сейчас я поставлю эту метку. Так, значит, на какую? 25-ю, да? Зомби. Залагало. Зомби залагало. Мне бы заправиться тут. Так тут типа важно. Не убрался. Лай. Андрюха, где у нас? Куда дерево валяло? О, боже, как подлагивается все пиздец. Че такое? Сейчас я перезайду. А! Ой! Ну я прочитал же ваши тупые сообщения. Сука. Уйди, пизду. Уйди нахуй, а.
здесь, его здесь нет. Так, а мы че еще едем? Через Трит? Да. Понял, все, поехал. Куда поехал? Через Париж. Париж. Есть такие, а? Идиоты. Мешающие. Почему это? Черные еще чернее. Да я вот тоже дивизия. Антонин. Вы где? Мы напротив гаража. Да, прям напротив гаража. The Anonymous. Ну, Валера и... Да, правильно. Его супер-пупер тюнингованный Volvo. Издалека увидишь. Супер-пупер гипер. Так у него там кенгурятник спереди, на крыше там куча фонарей. Вообще есть там... А у меня так, по-простецки. Снизу маленький кенгурятник, есть сверху небольшая полосочка. Я сильно-то не этот... Жоба! Блин, классные дискетки черные, мне нравятся вообще. Классно смотрится. У тебя вообще, Андрюх, да нет таких черных дисков-то? Ну, как у меня, не черные. Джеймс! Леброн! Леброн! Найс трак! Чапс! Чао написал? Грузовики заебись, говорит. По-русски, если, да? Пацана на моем сайте. Ты пока пишешь, но мы не видим. Не, я успел. Я успел. Я заснял. Догоняйте. Андрюх, голову тапку в пол и погнали. Что за Ортал Клар? Он еще стоит, красава. А нет. Ну да. Чувак, тут среди дороги стоит. Красавчик. Ладно.
малярно отстал. Да не, ну займей. Я вообще не перевернулся сейчас. По встречке херач. Валера Вольво мощнее наших Скани, и она не едет ни хера. Этап втопил он. Нет, 80 лет. Я когда втапливаю, вы отстаете. Конвой. Сибирь. 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 Где он спереди здесь, что ли, да? Конвой. Переезд. Переезд. У меня еще поездюк едет. Да, поездюк тоже мне едет. Открывайся. Ну открывайся. Ну да открывайся ты уже. Занесло на шлагбаум. У меня он только открылся. Блин, у меня вот пинг вообще 58 и не меняется. У Валера 52, вообще не меняется. Андрюхи скачет. О, все, у Валера подскочил чуть-чуть. Пасхальная яичка что ли стоит или че? Где? Глобус или что такое? Это похоже, да? Ну. Интересно. Что это вообще? Это вообще цилиндр какой-то стоит. Пасхальная яичка сказал ты. Да. Ну знаешь, это бочка так-то. Так я и говорю, бочка. Ты не слышал просто, я же тебе не говорю, что бочка это ты, яйцо какое-то. Яйцо, блин. Жрать что ли захотел уже. Рано еще. Дорога на лиль. Тик-тик про. Где? А? Ну, вообще на встречке. Олень потом. Валер, аккуратней справа. Стоит. Встречка. Британец. Олень. Британский олень. Алле. Алле. Сколько едем-то? 80. А? 80. А кому-то на заправку ведь надо было. Раз. Мне хватает. Валер там говорил, что-то на заправку мне. 120 километров. 600 литров, еще 2000 проеду километров. Сколько едем? 80? У меня 283 литра осталось. Заправлялся, полный бак был. У меня 300. Я так-то нормально сегодня проехал. У меня 660. Я еще днем ездил, как несколько кругов проезжал. Сейчас время ездить, я сейчас накатываю. 35 500. Я за выходные только 1010 или 15 наездил себе конвой. Ничего себе. Так считаем, мы первый конвой сколько ехали. Через, считай, всю карту огибали почти. Второй тоже часа три, наверное, ехали, не меньше. Не, нахуй, не. Ну, начну это поинтереснее было, конечно, когда я в этого Хелгрина впечатался. У меня не, сразу 40%, я так глох ехал. Не, Андрюх, я в тот день, я бы не выдержал просто-напросто, я потому что ну, на великах катались, плюс еще там у нас. Ну мы приехали где-то в 3 по Москве, да? Тем более, я вообще на. Я бы не выдержал. Полчаса ждал. Я пришел домой, ну, включил комп, видел, что там писал, типа, ночной конвой, кто хочет, типа, этот, ну,
сколько там едет, типа не едет. И я буквально через 10 минут уже меня вырубать начал, я просто уже все уже никак, ну никак не смог бы даже полчаса даже проехать с вами. Я в принципе хотел, но так как я вообще вымотался в тот день. Хватит оправдываться. Ну а чё, не так что ли? Я шучу, что ты. Не, ну я, не, я реально хотел проехать тот конвой, но так как... Ты его во сне проехал. Ну да. Я его днем проехал. По горам лазил, блядь. С велосипедом, блядь. Я пришел, мне ноги вообще отваливались просто. Ну куда ты лазил на велосипеде по горам? Ну там не гора, а у нас же город разделен на две части. И есть как вот верхняя часть у нас города и нижняя часть. Вот верхняя часть у нас, там есть набережная. Там можно, ну, спокойно на машине ехать. И вот, вот туда решили на велосипед, короче, сгонять. Там везде, что туда добраться, я не знаю, там реально нужно хуй вот тучу всяких непонятных препятствий обойти, чтобы попасть. Мы все-таки обошли и попали, проехали. Но там реально пиздец просто. Но прикольно. Едешь так по этому, по берегу. Все классно. Мы считай. В обед выехал я. Где-то примерно. Может даже чуть позже. Где-то час, наверное. И до 6 или 7, что ли. Даже позже, там вообще пиздец, я, блядь, пришел к тебе. А, нахер никаких игр не надо было, быстрее спать. Ну ты, Андрюх, хера радио сберешь, конечно, да я подключись ты. Валера аккуратнее тут остановился. Я налево. Это куда? Заправка там. Зачем тебе заправка? Еще хватает, осталось 30 километров. Ладно. Развяжу. А тут заправки не будет тут? Город без заправки. Не, нет, там. Это надо было вот эту заправку. Гараж, если туда купить, то лучше было сразу. А, ну да, да, да. У меня есть купленный гараж, только я не знаю, у меня лучше, не лучше. У тебя номер ел как карманный. Елкар. У кого? У тебя. У меня номер JE446FR. Идишь. У тебя ел карманный шей. Сам ты дурак. Че, Валер уже развернулся, нихрена быстро ты. Увидите потом как. Мне уже интересно, как заинтриговал. Видишь, как на рекламу своему видео делать. А я подписался на его канал. Я тоже все видел. У меня там было 2 подписчика, я третьим был. Я перед тебя подписался. Нет, не правда. Когда я подписывался, там, по-моему, один подписчик такой у него был. Ну ладно, я третьим был. Ой, спасибо, ой, спасибо. Ой, да пожалуйста. А да не за что, да. Можешь мои видосы посмотреть. Гридовский, когда я снимал тогда, помню, давно. Чуть не догнал. Короче, ты на разгрузку, да, Андрюх, едешь? Да. Я поехал на ремонт тогда. Ну вот возле ремонта и стоит. Ока. Здорово, здорово.
А ты куда? А, понятно. О боже, нихера там яма. Я ж подскочил. Так. Что тут ремонтное? Открыть куда поехал. О, легко. Отремонтируемся, сбросим груз и припаркуемся. Процента дорог открыто. О боже, как же много. Но зато сегодня, когда ехали из Кальмара в Линфонг этот, я открыл дорогу. Еще было не открыто. Надо было успех, Валера. Однозначно. Что он там делал? Не вписал. Я, наверное, в этот момент был на карте. У меня денег 1 1 7 5 7 7 7. Блин, жалко, вот у твоей сканин тут нету полосочки белой на юбке и этого, как его, надписи V8 не дает. Единственное отличие от новой сканин. Че, еще груз повезешь? Завтра ты его бесплатно повезешь. У Валеры колеса не крутятся. Круто. У грузовика. Ой, это прицеп его, блядь. Нормально крутится. У меня не крутится. Я и говорю, там с настройками они все висят. Да-да-да. И они статичные ставятся. Да-да-да. И же как у меня были, я же тебе говорю, что это плохая практика. Так, ладно, сохраняемся. У меня до 500 тысяч общих побега осталось 778. Сейчас у меня 499 222. У меня все равно 30 FPS. Я не знаю почему, но у меня 30 FPS. Так, ну, всем спасибо. С наступающим. С каким именно? Днем жду не тебя. Я через полтора часа уже вернусь. Бля, я нажал set default, и у меня слетел мой этот наш тег. Прикинь, да. Блин, где Валер там? Не уходи. Ай. Консол. У меня так остался, нет интересно. Попал, наверное. Нет, остался.